Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге «Великие музеи мира». Авалокитешвара, 557-618 годы, известняк 64/14. Неизвестный китайский мастер создал эту статую бодхисаттвы, в буддизме человек или существо, принявшее решение очиститься от страданий, аналог европейского святого. Авалокитешвара – чистый дух, воплощение бесконечного сострадания, мудрости и милосердия. Данное изваяние прекрасно выполнено. В нем с большим мастерством прорезаны реалистические детали традиционной индийской одежды тхотти, ожерелье сложного головного убора. Интересно, что при этом лицо героя имеет местные китайские черты. Его голова сосредоточие святости. Она украшена цветком лотоса, символом чистоты. Авалокитешвара стал очень популярным в конце 4-го, середине 6-х веков, особенно в культуре Китая и Японии. Ранние буддийские тексты представляли его отзывчивым помощником, готовым прийти на помощь людям в любой момент. Ну вот такое описание к работе Авалокитешвара, 557-618 годы, известняк, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.